Мать, что ты делаешь? Что это такое у тебя в руках? Это такая собачка. Собачка такая? Да. А что это плавает такое от нее? Это такие... Фу! Что это такое? Это такие волосючки. Волосючки? Шерсть, да. Что ли? Да. А что это, пузо лысое? Да. А что оно лысое? Ты его отмыла? Да. Так он линяет. Мама, это новая серия. Какая новая серия? Это новый... Лол, что да. ли? Где ты взяла? Папа мне. Папа мне. Потому что ты очень послушная девочка. Класс. Не подумала, что я баба. Не подумала, что ты баба. Ребят, всем привет! Вы на канале Владислава Ченнел. У нас для вас сегодня распаковочка. Кого, крошка? Такого питомца. Какого питомца, Масянь? Ой, я чуть-чуть не... Ничего страшного, сейчас уберем. Расскажи ребятам, что у тебя за питомец. Он? Да, рассказывай. Мам, давай ты. Это питомец из новой серии Лол, которая называется «Мой любимец». Находится он в такой вот бутылочке. Нет, там было глядя, надо чуть-чуть кучку песка высыпать. Нет, крошек, пока не надо высыпать песок, знаешь почему? Потому что у нас рядышком стоит водичка в этой, как ее зовут, в этой мисочке. Если мы намочим с тобой песок, то тогда уже не будет от него никакого толка. Ок? Короче говоря, так, знать по порядку, Мась. Сначала шла вот... Я пока уберу. Хорошо. Вот такая вот бутылочка. Это шарлол, грубо говоря, в котором находился наш питомец. Да, лапушка? Да. Да, он в виде бутылочки. А вот. Мама, такая бутылочка. Это видите? Отмывался, да, питомец. Такая тут пробочка чудная такая. Я уже начинаю. Внутри бутылочки была кто? Вот, вот бутылочка. Внутри яйца лол была вот эта бутылочка. Она в виде котика. Бабле называется, написано на ней. Она откручивается, да, крошек? Да, и там? Вот, тут есть такая пипочка защита, да, сюда можно наливать шампуньку и купать нашего питомца. Не трогай, потом мы покажем, как это делается. Договорились? Да. Вот. Ой, так там реальный шампунь, что ли, лапчик? Да. Ничего себе, блин, тут реально, смотрите, я, видите, пузырится, это реальный шампунь? Да. Обалдеть, слушай, я думала, папа, гляньте, вы видите? Да, вижу. Прикол. Ну, сейчас мы отмоем от шерсти твоего питомца и будем смотреть, что там за шампунька. А я думала, там просто наливать надо. Обалдеть. Так вот. Бутылочка, лол, лапки. Так, крышечка с сердечком. На стол. Внутри и... что было? Вот такая лупа была, да? Да. Вот чтобы такая лупа была. Питомца от шерсти. Вот это было его платьюшко, да? Да. Платьюшко такое. Поэтому мы можем утверждать, что нам попался вот этот питомец, потому что у него вот такие, видите, тоже такое платьюшко, как нам попалось. А, дальше. И в песочке. Мама, а да. Давай мы будем класть этого питомца сюда? Нет, мы покладем питомца на салфетку. Ок. И в песочке были зарыты две пары чеботков. Одни были такие вот, голубенькие, другие беленькие. Так, смотрите, весь наш питомец, он был... невероятно мохнатый. А, еще забыла сказать, с песочком вот там еще был вот такой вот совочек, чтобы мы могли рыть и искать чеботки, да, лапка? Мама, а я могла маленький пакет вот так. Да, рвала пакет. Да, сильно. Значит, помимо листа коллекционера, была еще вот такая книжечка, ну, как бы, как обычно, да, в наборчике с Лолом идет книжка-инструкция, что делать, да, когда. Здесь написано, что сначала... мы должны очистить нашего питомца от шерстки. Это дальше. Обезьянка от той. Получается обезьянка, да, какая-то? Да, обезьянка это от той вредины. Да? Да, понятно. Это, потом мы наливаем водичку. Такой плетёшь. Точно. Сестёнка. Точно. Наливаем водичку, кладем ее в водичку. Вот, здесь написано следующее, что есть песочек, на который наш питомец может писать и какать. Вот, действительно написано, смотрите, шампунька. Откручиваешь, насыпаешь, и там пузырики.
А, значит, здесь купать в этом шампуньке надо питомца. А что же наш шампунь, что же наш питомец умеет? Крошка, а бутылочка была у нас с ним или нет? Не было бутылочки. Значит, наш питомец, он может плакать, плеваться, писюхать. И плавать, да? Да. Да, ну что, очищаем нашего питомца? Поехали. Я подвигаю к тебе мисочку. Так, плюется негодник. Лапка, ты, он меня писью. Обалдеть. Ничего страшного, ты считаешь? Это он на себя нажимался. Кошмар. Он сам на себя нажался, что ли? Так, давай. Видите, вот такая вот мохнатик такой у нас. Можно как мы его назовем, крошек? Пита. Пита? Пита Улита. Мам, а можно я его отмою? Ну, хорошо, ты это только это... давай, я тебе закачу рука. Сама уже закатила. Давай, отмывай. Ребят, смотрите. Отмывай хорошенько, давай. Чтобы отмывалось, мне надо... Нет, сначала от шерсти его очисти, а потом шампунькой покупаешь. Как в инструкции написано. Отмывай. Ребят, ну задача это вообще на самом деле не из легких. Отмыть этого питомца было. Смотри. Честно говоря, минут 40 у нас ушло. Смотри. Ты все вывернула, да, умничка? Минут 40 у нас ушло на то, чтобы я его оттерла от шерсти. Это сложно, очень сложно. Я тоже помогала. И ты помогала, и мы запачкались все полностью, и салфетки запачкали, да? Кошмар, короче, пока сняли мы эту шерсть. Вот наш питомец у нас попался. Китти Джайв. Ребят, вот наш Китти Джайв. В обмундировании мы им с Владиславой одели. Чеботки, платьюшко. Так, вот он писюхает у нас и плюется. Значит, плакать не плачет. А вот с розовыми ушками, одна черная, одна розовая прическа. Косы у него здесь. В общем, вот такой вот котенок шкодный у нас получился. На самом деле игрушка прикольная. У нас такой еще нет. Это вот мы, собственно говоря, протестировали, так сказать, эту новую серию. Вот. Но, блин, я вам так скажу, так долго мы его отмывали. Это ужас просто. Ну, вот правда, очень долго отмывали. Это единственный минус. Хотя, в принципе, Владиславе первых минут 20 было интересно его мыть, мыть, мыть. В следующий раз, когда папа будет нам давать новую игрушечку из этой серии, то мы будем просто под краном уже мыть, не в емкости, а под краном. Может, под проточной водой оно будет достаточно быстрее это все дело происходить. Так что вот такая вот у нас игрушечка новая. Китти Джайв. Привет. Все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.